Не пройти, не проехать. Почти сутки на этой неделе в Надыме бушевала непогода. Серьезных происшествий за это время не произошло. Среди главных неприятностей – забитые снегом дворы. Старожилы утверждают, что подобные явления здесь наблюдались в 1970 году. Так что же это было? Комментарий специалиста. Это проходил очередной циклон. Первый циклон прошел, он остановился над севером Имала. В ложбине в районе Аксубинска образовался еще один циклон. Ну и возле Екатеринбурга он усилился. Это получилось из-за того, что большие контрасты температур образовались. То есть закачивался теплый воздух по Западной Сибири на север. С юга на север у нас были там сильные потоки, струйное течение. А из Арктики, с Уральских гор, Уральскими горами закачивался холодный воздух. И вот на фоне контрастов образовался циклон. И он проходил центром через Уренгой. Там были положительные температуры, у нас небольшие отрицательные. И у нас сильный ветер был. Поэтому сейчас он сместился в район Баваненкова, смещается. Там ветер тоже, усиление ветра до 30 метров в секунду. Но у нас вот сейчас спокойная погода. Ветер будет стихать, антициклональная. Ну, возможно, небольшие осадки будут.